Так, и каким образом мне его отвлекать? Ну да, игра из такого красочного... Красочных побегушек по фавели превратилась просто уже в конкретный экшен. Ну давай. Что я могу сказать? Нам сюда в любом случае. Ключ я взял. Так, ну он... Ловушки. Говорит, осталось еще маленько. Ну ладно, потерпим. Ну вроде пока легко, если все будет продолжаться в таком же ключе. Она прочерчивает линию, по которой будет нам свои магические способности передавать. Еще один остался, говорит. Это что за подстава? Так, теперь давай по новой все это пробегать, что ли? Все, я понял. Эй, успел, отлично. Каким-то чудом там за воздух ногами цеплялся. Давай уже, сестренка, заканчивай. Уже надоели мне эти муторни, если честно. Когда так все напряжно. А по-русски? Что ты хочешь от меня? Я же все нажал. Теперь куда? А? Ну давай. Нажмем что-нибудь. Скажи, что делать-то, сеструха? Что за затупки? Где что нажать? А, вон ключ еще один. Честно говоря, под конец игра маленько подзаколебала. Она не столько сложная, сколько вот эти надоедливые повороты ключей постоянного напряжения. Кика, Кика. Все, сестренки, по-моему, капец. Что, сожрал ее, что ли, тварь? Да ладно. Что теперь с тобой делать? Ты и меня сожрешь, что ли? Не, я успею. Судя по всему, это символизирует то, что было в жизни этой семьи. Мать умерла. Видимо, и сестра тоже. Виноват в этом. Пьяница, отец. Так, теперь что? Вот он, шаман. Ну, пришел я к нему. Давай, Лула. Не могла в самом начале здесь появиться, все нажать и успокоиться. Ну, что там дальше у нас? Весь разрисованный уже. Еще не все, судя по всему. Что это такое за алтарь? Это кто? Сестренка? Ой, как там высоко-то летать. Я думал, это уже конец. А тут еще куча всего. Так, большая локация. Что с ним сделать надо? Сюда привезти? Ну давай пробовать. Вариантов у меня немного. Так, а там что? Показалось. Давайте свысока осмотрим. Что здесь возможно. Так, вот они, кокосы. Его стату, и привезти его надо туда. Но на первый взгляд все легко. Ты опять добрый, да? Ладно.
Солнце садится. Так, давай, дружище. Достал ты меня в предыдущих миссиях. Иди за мной. Давай, давай, давай. Раньше ты делал это быстрее. Идешь? Хорошо. Чего не нравится, заперли? Теперь что нужно нажать? Такая атмосфера мне больше нравится, а не когда музыка долбит и нужно торопиться куда-то. Вообще не люблю торопиться. Самое для меня плохое в жизни — это торопиться. В спешке никогда ничего дельного не сделаешь. Так, ну все, теперь эту коробку, теперь что-то с ней надо будет сделать. Сжечь ее. Ох. Мне сразу это напомнило фильм «Начало» Кристофера Нолана. Там они также архитектуру делали. Снов. Так, а мне куда? Туда же, к нему? Я смогу туда забраться? Я не могу так. Мне-то что делать? Ох уж эта игра. А, вон у меня Лула. Все, началась 4D графика. Так, перескочу, нет? По идее могу. Оп. Да, получается. Так, и что-то еще Лула может нажать, мне показалось. Или нет? Да, она мне дверь открыла. Лула, самый верный товарищ. Сестренку мою схарчил, эта тварь. Как после этого с ним жить? Так, главное, не падай. Все, хорошо. Теперь сюда. Я, если честно, ожидал конца после вот этой гонки с ним. Так, мне куда дальше? Лула! Что, не получается? Что-то мне подсказывает, что у этой игры не будет хэппи-энда. Что-то все к этому идет. Атмосфера нагнетается, музыка такая. Что ты, маленькая, не получается у тебя? Монорель сделаешь? Так, а мне куда? Я-то отсюда не могу никуда выбраться. Так, ребят. Сюда запрыгнуть не могу. Что мне делать-то? Я вообще не понимаю. Меня заперли в заборе каком-то. Ну? Что, еще не закончилось строение мира или что? Просто двигаемся, наблюдаем. Да, совсем что-то под конец все стало грустно. А, вон Батяня сидит. Ну чё ж ты, папка, так-то, а? Столько понтов из-за тебя. Да, двигаемся по монорельсу. Сидит, думает над своим поведением. Каждый, конечно, в игре найдет свое, задумается о чем-то.
То, что ему удалось пережить или еще предстоит. Двигаемся мы, надеюсь, к концу игры уже. Да, здесь просто для меня объясняю, что, как мы думали, этот зверь символизировал пьющего отца. Когда он под действием лягушек, то есть алкоголем, то он невыносим. И своих детей мутузит. А когда он трезв, он символизирует такого розового, доброго зверя, который, вот видите, сидит. Ничем вредным он нам не запомнился, только жрал, да мы прыгали у него на пузе. Дорога длиной в жизнь. Это мы на рельс. Я думаю, в конце концов, Кико свои страхи изживет. Ну, дверь откроется мне. Да. И что мы там увидим? Свет в конце туннеля. Папка остался сидеть. Давайте посмотрим. Если это еще не конец, то игра очень длинная. Маяк. Назад дороги нет. Так, статуя чудовища. Это мы с Лулой. Да, это он. Давайте подниматься в разных апостасиях. Здесь он, как вы можете видеть, злой. Ой, надо успеть. Я бегу, я быстрее не могу. Ё-моё. Много раз в игре мне приходилось напрягаться. Если в самом начале я говорю, что игра расслабляет, отдыхаешь, не то под конец это совсем не так. Ну, я надеюсь, я под землю не уйду вместе с ним. Ты хорошо справился, Кико. Оглянись, что ты видишь? Шамана нет, Кико. Только ты и твои забытые воспоминания. Так, и что ты мне предлагаешь, с чего начать? Давай отсюда. Это было воспоминание о Луле. Это отец с бутылкой. Который превращается в монстра. Это опять же он. Что-то делает с сестрой, видимо, бьет. Да, воспоминания-то, конечно, не из лучших у парнишки. С ремнем. Кико.
И что дальше? Я их посмотрел. Что, не до конца? Или не в том порядке? Что ты мне предлагаешь, что я не могу понять? А, вот. Все, понял. Нужно смотреть их, чтобы загоралось. Грубо говоря, чтобы оставалось только хорошее. Выкинуть из головы все плохое и оставить только позитив. Что, ну правильно же вроде, да? Горит же. Звука никакого не было. Излечения нет для монстра, Кико. Ты должен просто отпустить его. Давай, отпустим. Ух. Сколько тут всего. Он там уже бегает. Но, по крайней мере, не агрессивный, уже неплохо. И Лулу у меня тоже, кстати, отняли. Раз есть трубы, значит, будут и лягушки. Что это, бутылка? Что с ней делать? Ну, я кидываю туда. Да, алкоголь это лягушки, как мы с вами и уже предугадали. Ну, еще одну мы туда бросим. Да, пускай жрет. Так, а по-моему... Я могу выбирать, плохая концовка или хорошая, нет? Почему я только алкоголем и кидаю? Возможно, я могу ему что-то хорошее кинуть? Нет, не могу. Судя по всему. Да, могу только алкоголь кинуть. Чтобы все совсем сгорело дотла. Готов. Ладно. Не-не-не, давай, уходи. Так, теперь по этим доскам. Не падай, не падай, дуб. Здесь что будет вместо алкоголя? Сестренка. И он ее жрет, да? Это все воспоминания. Совсем понял.
теперь-то мне что с ним делать? А-а-а. Еще одну сестренку на растерзание. Что-то больше не строится. Или дать ей уйти, или что? Все наугад вообще. Ну, она убежала, спаслась. Да нет, она явно не спаслась. Так, ну он вроде в доброго превратился, это уже неплохо. Что за игрушка, которую я замечаю? Их собирать, наверное, можно. Ну чё, папаня, спишь? И чё с тобой мне делать? Скину тебя в пропасть, как сказал шаман, просто отпустить. Не хочет, видишь, Ну отлично, закончили мы проходить Папу Эндио. Могу сказать, что в принципе игра оставила положительное впечатление именно своей идеей. Именно благодаря грустной концовке игре удается вполне убедительно высказаться на непростую, нетривиальную для видеоигр тему. Тему пьянства в семье, насилия над детьми. В этой истории, в принципе, как я уже говорил, хэппи-энда и не должно было быть. Это такая метафоричная форма, с помощью которой автор игры, компания, раскрывает одну единственную и очень личную историю. Как мы видели в предыстории, игра посвящалась определенным людям, то есть один из разработчиков этой игры посвятил это своей семье. Видимо, в жизни у него была точно такая же ситуация. В принципе, игра легка в освоении, заставляет задуматься над какими-то вещами и сделать однозначный вывод. Алкоголь – это зло в любых его проявлениях. И если уж у тебя есть семья, позволь нести за нее ответственность. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам игра понравилась, прохождение. Игра у меня оставила, в принципе, двойственное ощущение. Но прошли, и это хорошо. Заставила задуматься, и это уже какой-то результат. Увидимся в следующих прохождениях, следующей маленькой аркадкой на Sony PlayStation 3, которую я пройду, будет Journey, довольно известная игра, прошла мимо меня, буду наверстывать упущенное. Пока спасибо за внимание, подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки. С вами был Семен Анибодиплей, все, пока. Пока.